Оптом бары хавары. После кормления духовным начинается обряд поклонения солнцу. Все участники обряда должны иметь кристаллы или палки. Они повторяют сделку. Мужчина поворачивается на восток, становится на колени, перед собой устанавливает вертикальный посох и начинает обращаться. Затем женщина кормит священные черканы, духов, хозяев, стражей обрядовой площадки, оленьим жиром. Затем мужчина обмазывает оленьим жиром следующий, другой черкан. Вся процессия входит мужчина и женщина-алгычики в круговую сторону. Тем самым они очищают обрядовую площадку. Затем входят в круговую центровую площадку. Лариса Николаевна, через ворота. Затем женщина, как хранительница очага, зажигает священный огонь над тремя священными саонами, где обитают священные духи наших предков. Накормив священный огонь, мужчины и женщине подают посохи, символы священных Турумас. Мужчина и женщина поворачиваются на восток. Дальше процессия за ними повторяет все остальные. Мужчина и женщина становятся на колени, за ними также повторяют и женщины, и мужчины.
Дальше идет Алгыс. Хамлургайка атын, қылай бұтвір бітін, үйеге хұрдыттын, ұсталап тойын қаллан. Түйчақта қаллантын, бұлыттан бұйхадын, күні ота үйеге хұрдыт күні көрдірдін. Түннак бол, кирани, алған қал, аң дөйді. Үйеге хұрдатын, ұсталап тойын қаллан, үйеге үрітіп, Тыктын сыртты кыраз, түнді ұйпараксан. Затем процессия заканчивается священным танцем Гейра. Вначале становятся мужчины, затем за ними женщины. Все происходит после центровой части шеста. Он символизирует. Hey, Ron!